Как делишки, ребятишки, сына? Кружит одну в геймс. И сегодня мы с вами продолжим играть в Plants vs. Zombies 2. It's about time. Да. Пошли в 16. Сегодня, короче, побольше пройдем. Чтобы, когда будет босс, нам много не проходить. Yes. Видите, я гену чуть-чуть побольше прибавил себе за просмотр рекламы. Да, у меня было 15, а стало 24. Там. За просмотр одной рекламы даю сколько там денег. Так. Так, дальше, вот. И вот. Вот. Орел. А делает что? Да нельзя так. Это когда откроется? Не, если честно, то это купится только на один уровень. Наверное. Но я уже покупал. Там только на один. Чё, победил? Да, конечно, нет. А. Без этого вообще нельзя победить. Знаете. Да, побыстрее. То есть это самый обычный уровень, да? То есть тут ничего такого нет, да? Тут просто зомби. Ничего делать не надо, да? Ну как? Что так быстро идёшь? Ладно, я ж турбо решил сделать. О! Тут три волны. Прикинь. Тут три волны. А на прошлом уровне было два, по-моему. Или четыре. Или ноль. Не. Тогда я тут пофигу. Так. Куда сразу два? Так, давай зеленый сюда. А ты вот так. Вот так. Вот, мы сейчас в тебя тоже будем стрелять. Так, и... Тихо. Надо, ты что делаешь? Стой, пожалуйста. Это вот очень сложный уровень. Да вы заморозитесь. У нас очень мало солнца. Надеюсь, мы сами не проиграем. Вот куча могил, но сами не проиграем. Там ведро вообще-то. Ты что делаешь? Это только что поставил. Ты что делаешь? Так, ну ты его. Так, где все? Третий ладно. Так, надо плохо как-то сдержать. Да ты надоел. Теперь это все есть. Тихо. Тихо, очень сложный уровень. Даже несмотря на то, тут ничего такого. Так, могил пока нету. Ну, я думаю, он скоро будет.
Все. Вторая волна. Первый скок. Так, у меня есть сейчас все заморозиться. Тем более этот могилочек тоже заморозится. Надо побыстрее убить. Потому что когда он разморозится, это будет плохо. Давайте убивать. Я же не для этого использую листок. Во, все, молодцы. Все, поставили. Теперь, знаете, поставим еще один. Так, теперь, пожалуй, вот так вот сделаем. Вот так вот. Вот. Все. Куда? Сейчас так вот сделаем. Ну ладно, все, последний волн. Так что ставим бомбил. Все. Сейчас вот так будет. Так, теперь можно даже вот так убить. Да. Я вообще еще раньше встал. Да, снеси бомбол. Вот. Он голову снял. Блин, я это и хотел сказать. Даже солнце само не подбирается. А то обычно нам... Чего? Что ты вам пьян? Так, ну ты... А, этот скорострел. Опа. Ну, потом, знаете. А, 6 дней там. Так, пьем эту туценку. Так, ну все потом. Да, ну, стула. После 19 уровня, если этот будет. Скорострел. Да. Как выйдет отсюда? Так. I never have more. Ты никогда не имею 14 растений. Можно поставить только 14 растений. Это жалко. Стой, у меня же сад. Ну-ка. Посмотрим, что у меня там. Или нет. О, все подросли. Так, давай вот, вот ты вот забудь. И все, пожалуй. Вот так вот. И вот так вот. О, да ты это. Пока никого бустера нет. То, что не очень нужно. Да вы понадобитесь курс, я возьму. Пока не надо. Я взял, какой мне нужен. Это подсолнух. Можно поставить 3 подсолнуха. Да. И все. Так, надо что-нибудь взрывное выбрать, да? И такие сложные зомби, ну вообще. Так, ну вот эту заблоковку возьму. Вот. Все, хватит. Вот. Вот. Да блин. Вот. И вот.
Вот. И вот. А с магией мы как-то сами справимся. Да вообще мы можем подсунуть их один раз так, и все. Знаете почему? Знаете? Так, 150, да? Так, где первый зомби пойдет? Зомби? Ты где? Зомби? Ты где зомби? The zombies are coming. Ну вот, и здесь иду. Да, их ж можно один раз поставить, и все. Смотрите, она все равно дает. Вон сколько солнца, да? Дальше можно вот так. Да. То есть типа да. То есть чисто ставить только для того, чтобы получить солнце, да? Да. Надо убыстрить. Надо быстрить уровень. Вот так вообще. Вот, спасибо. Перед своим уходом, да? Так, тихо, спокойно. Все везде поставить. Я могу. Ну, вы тоже можете посмотреть мои видео. Так, 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 так. Сейчас мы чтобы заработать побольше солнца. Так. Ну все так не надо, то что выкупил. Так, ну тут добывай что-то. Ну а другой будет. Мне за 3 солнца. Фух. Спасибо за солнце. Тихо, дай. А теперь вот так вот. Хотя это немного задержит. Ходите, надо все-таки ходить. А есть растения-то можно? Или нет? Или нельзя? Или вообще, что такое? Такое. Такое. Так, сейчас сюда поделаешь. Заморозишься. Финальная волна. А, ну тут только одна волна. Так что давай. Так что, пользуемся. Смотрите, пользуемся. А будет? Будет. Мы используем каких-то других, более сложных уровней. Ну, тут хотя бы. На, пока. Спасибо. Так, так. Я тут костюм купил. Для этого. Как он называется? Ну, а что это такое? А, опа, видите, тут сразу 4 места как бы. О, значит, у нас теперь 4 места под листком. Под лист. Под листок. Иди сколько в прошлой серии было? Ну, по-моему, 15. А 2000 стратил бы костюм для этого, как он называется. С парагриппом. Да. Ну все, мы поставим, выжили. Да. Ой, ну какой следующий уровень? Ну, построй. Ты будешь первым стар. Стариком. Да не знаю, что это перевод. Что неправильно переведу контур. Что за сыграл-то? Ну ладно, такое обычно бывает. Баг такой. Что ж такое? Вообще. Ну, другое дело. Я просто вышел и все.
Положить голову 17. Чё, почему 17? Посмотрим, чё у нас там. Нет. Здорово, Дейк. И я вообще ничего не сказал. Вообще не понял. Я не понял, что за... Это видите? Что там за черное по краям? Не знаю. А Дарья? А, это типа 2000 солнц, да? Ну-ка. Вот так. Ты его. Ты все, кого. То есть нам дают 2000 солнц, чтобы мы расставили, да? Ну, по так же говорят, это дает и в батле. Да? Там хотя бы 3000 солнц. Да? А тут вон как мало, понимаете? Плохо. В принципе-то да. Да. Вот так. Вот сабгайс, да? Теперь у нас остались чуть-чуть. Вот так. И вот так. И все. Так, ну что, думаете, победим? Да, конечно, победим. Хорошо. Блин, тут одна волна, мы победим. Да. Ну, здесь мы победим. Как без этого. Боже, у нас есть его. Чуть-чуть. Нет. Картофельная мина. Да. Которую мы сами получили, знаете. Нет. Когда проходили обучение, мы это растение и получили. Нет, пока не надо. В общем-то не надо. Погодите, а там ведро было? Ну, наверное, было, а чё нет. Ну, смотрите, как много там вообще. Идите, а зелёный фон вообще не будет? Ну, типа, вот так. Ой, зелёный. Ну, вот, как не брать. Который с листком, который худой и что? Там так, я не понял. Что же себе не возвращает? Бумеральник, мой не летает. Бумеральник, он же всегда возвращается к этому. Да, ну похоже, тут хозяин безумный будет, да? Так, ну походу тут будет одни эти, как они называются. Я вообще не знаю, как они называются. Предположительно. Ну, как делается, что наш любимый характер. Да чё, как будете забавить? Да, давай. Он уже приближается. О, уже игру пошел. Прикольно. Да, мы знаем вот так. Надо, чтобы не бедро пошло, а именно вот. Сейчас ведро взяли. Ай, ну-ка. Так вот, не надо портить вверху здесь. Ведро, да. Да не надо! Ну, я уже привык, что солнце идет. Ну, солнце. На, вот так. Голова-то отлетает. Он прям баксил. Так. Ну, в принципе, вот такой вот можно победить. И чуть-чуть мы побеждаем, да?
крайней мере, никто не доходит. Даже до этого. Да, бонг чой, никто не доходит. Солнце из него падает. Ну, кстати, меньше. Вот. Так, ну и все, да? Ну, это на последнем одну ногу. Как много выпало. С ведром, да? Да. Ну, раз так много, то тогда возьму. Так вот, раз. Все к тебе приустанавливаю, но пока что. А ты море поставил. Да куда я орех поставил? Мои руки. Так, ну ладно, здесь мы сами проживем. Думаю, тут орех стоит. Ну, наверное, из ведро, из ведра, ничего не будет. Хотя, может, нас и спасет. Ну как, ну не знаю. Вот это да, вот это да. Но уже в следующей серии у нас будет бор. Так не сразу, я сначала пройду там уровня 3. И потом будет. Дай побыстрее что-нибудь. Давай быстрее. Давай. Все, наконец, дайте сюда приз. Значит, это был 19-й день, был сюрприз такой. Ну, сейчас день. Ну, потом, наверное, посмотрим. Да вы, наверное, видели этот костюм. Вот здесь все черное. Это не хорошо. Это что-то сыкло вообще. О, здорово, Крейзи Дэй. Угу. Так. Только 12 растений можно посадить и нельзя вот на них наступить. Понятно. Да чё так сложно? Пошли на следующий уровень. Посмотрим, что у нас. Что из себя представляет следующий уровень. Угу. Нельзя сажать 12, более 12 растений. Нельзя ставить на вот эти. Чё так сложно? Потом возьмем все бутылки, которые были. Которые в саду ценят. Все бурты берем. Жалко, вот сейчас бы пусть подсолнух пригодимся бы. Да. Ну, буст. Буст. Сейчас. Это что делаешь? Нет. Еще буст. Я не знаю, что это за черный хрен. После рекламы такое всегда. Так что можете попросту не обращать внимания, окей? Так, значит нам надо что-то выбрать, чтобы... Ну, естественно, вот. Ну, естественно.
То, что забустовый. Что у нас забустовый? Почему ты не забустовый? Нет. Ничего, зато он забустовый. И все бусты поднял. Рестарт. Конечно, рестарт. Как же без этого? Окей, значит, нельзя посадить 90 растений. Нельзя сажать вот эти вот, даже не знаю, как они называются. Да. Что так сложно-то? Ну, все свои бусты возьмем. Ну все, вот этот могилоед нам не нужен. А нам бы для обороны. Я вставляю труд. Ну чё? Погнали? Конечно, погнали. Только 12 растений нужно. И это плохо. Ну ничего, потом двойного мы с вами получим. Тут только одна волна. Что меня, конечно, радует. Тут только одна волна. Уже только 9 растений можно поставить, прикинь. Дайте хотя бы третий посольник поставим и все. Все, больше не ставим. Так, ну хватит, да? Так, куда это моё? 7 растений. Так. Дай! Это моё! Это моё! Всё. Забираю. 6 растений. Ладно, только крыхострел. Крыхострел. Ну, сам будем ставить. Только когда, когда есть ведро, допустим, ещё сложные зомби. Так, ну так-то вы сейчас всё заморозите. Все, абсолютно все. Ну, что сказать. Так будет после... Короче, не до 20-го проходим, а до 21-го, окей? То есть не... 5 растений ставим, а? Давай, не 3, не 5 уровней проходим, а 6. На чём побольше, потому что без пинга. Раз. И тем более... Как называется? Отдай это моё. Ты что делаешь? Йоу. То есть ты будешь там тут замораживать. Опа, у нас ведро. Ну сейчас ведро победил. Не. Вот таким способом. Ну, всё, из них горохострел. 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 Так говорится. Но мне пришло. Да, всё, всех помню. Прикольно. Давайте, финальная война. Волна. Вот так, ты все звонишь. Давай. И прям 3 раз подряд. Вот так. Не, ну можно и без бустов обойтись. В принципе, у меня просто в саду дзен, да. Все уже. Ну, сейчас уйдем. Все. Все. Ура! Мы сам получили скорострел. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой, Кондрин. Не обращайте внимания, вот это вот всё чёрный кайф. Ну кайф, 150. О, спасибо. Спасибо. Всё. Ну-ка, это 6, это 7, эвенс. Так,
Так, угу. Ворон. Так, это вот тогда мы пройдем день 24. Вот это, да? Ну, потом все. Сейчас мы попробуем. Next level. Нет, спасибо. Окей, значит. Так, берем. Вот. Обязательно будет. Было бы запустовать, ну да, мы что, тоже прошли. Не запустовать. Так. Вот так. Где тут? Можно даже подсолнух не выбирать, потому что... Ну, я выберу. Чем больше солнца, тем лучше. Ну, там могилочек все равно нужно. Зомби поднимать могил. Вот так правильно называют. Так, нет. Где первый зомби пойдет? Я готов уже выйти. Ну мы здесь, да? Ну зачем? Ну почему? Ладно. Вот так. Ну еще можно даже поставить. Ну что сказать, прикольно, ну, прикольно. Теперь-то можно стать и это. Она нам быстро накопится. О, как много это солнце. Так что думаю, мы с вами придумаем. Что такое, не помню, чем-чем. Пытаться в просмотре рекламы. Можете опять же не обратить внимание. Я вот пытаюсь это исправить. Так, я не понял, чего вас так много. Ну-ка, вот так вот делаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо. Это очень плохо. Если их съедят, то это плохо. Да. Блин, отдай. Мне не отдает. Убивай его быстрее. Ну. Блин, что ж такое? Сейчас. Вот так. Эх, так. Ты стой на месте. Ты тоже стой на моем месте. Это сложно. Сложно проходит. Вот отсюда. И это его уже съели, ничего. Сейчас еще двойные будут там. Вот так вот. Так вот сложно лучше полезть. Равно эти двойные. Так, да. И сейчас вы все заморозитесь. Кайфуха. Все, все заморозились, абсолютно все. Так, что будете съедать? Листок. Грохострел и... Вот, прикольный. Железо превращать, но довольно как бы будет есть. Нет, а как не рассуждать? Нет. Ну все, сейчас мы все перебросим. Все, финальная война. Все, финальная война. Сейчас мы сделаем кучу.
Вот так, да. Видите, как хорошо с ним проходится. Нет. Ну как, и узнаем, что как раз будет. Ну я. Это все одно и то же, как и Гурпаста. А, нет, смотрите, он еще большой пускай, да. Это прикольно. Нет. Такие пошли без головы. Все, короче. Ну что, будем использовать? Скорострел, который мы только что получили. Не, вот, еще один уровень. Пройдем и все. И хватит, да? Мы закончим на этом, да? Тогда с первого уровня. А так, что это такое? Не знаю. И что дальше? Я не понял. То есть тут за нас типа выбрали, да? А чё это прикольно? Мой любимый уровень, кстати. Ну, конечно, я говорю это в прошлой серии, типа любимый. Ничего, первый зомби подожди. Да. Это хотя бы один пацанок попался. Тут двойной пацанок. Тут же просто взяли капусту пульту, и зерна пульту, и эту, арбузу пульту. Ну, это прикольно. Сейчас мы с вами заработаем. Так, ну давай, чё. Очень сложно заработать, кстати, теперь. Сам Грин такой подсунутый. Да. Надо побольше ставить, да. Тут, знаете, сколько волны? Только одна волна. Это прикольно. Ты чё там прикольно? Классно, что одна волна. Это бывает и больше. Но я поставлю на две. Так, зерна пульта сюда. Ну, она что делает? Ну, наверное, это... О, чё-то не зря поставил. Сделаем, пожалуй, так, что все. Он же масло кидает, но это логично, что он масло кидает. Я убиваю его. Это молодец. Ты чего? Знаете ли, другой зомби за тебя пахал. А ты? Ну, типа, работай, типа, солнце забирал. Да? Эй, не надо. Так, сейчас вот так делаем. И... Так, вот так делаем. Чем больше двойных потом скинуем. Что делать? Собственно. Так, ну ешьте что. Как много могил. Сейчас мы еще и на арбузы заработаем. Пока до арбуза нам еще далеко. Да, это мой. Мой. Мое. Мое, не твое, не мое. Все, считай. Так, тихо, спокойно. Ты что ж такое-то, да? Что ж такое? Ты меня и так не знаешь. Это я уже в прошлом уровне. Это масло кишки. Это меня бесит. Он меня начинает бесить.
Может так не сделает? Может так не сделает? Ну куда пойти? Иди сюда, иди сюда. Что прикольно. Не знаю, смотрите. Прикольно. Нет. А это вдвое больше солнца дает? Да, смотрите. Вдвое больше солнца дает. Финальная волна. Всё, финальная волна. Как только я заполучу, Ну, я тебя умоляю. Надо, не так, не так надо надеть. Ну, тюма, тюма. Вот год я сразу на листочке. Ну, не листочек, в принципе, так, ну. Чтобы они все купят. И могилы тоже. Хотя могилы не очень видно. Все, короче, let's go. И что такое? Что такое? И что такое? Это солнце, что ли? Солнце поднимается вверх, это как бы. Вы видите солнце и стрелка вверх. И че, как это понятно? Так, Sunstar, тут там какой-то. Sunshine на 5. Next level. И 22 уровень. Ты че? Что тебе надо? 22 уровень, че тут? Ну ладно, на этом у меня все. Всем пока, дорогие друзья, с вами был Фифинс Крутанов Геймс.